черепна коробке, на пляже и в безнадежной пробке, я себя нигде не чувствую своим. Стою, курю в ледяном подъезде, мой телефон никуда не ездит, а мне так хочется быть полезным. Знать, что я кому-нибудь не обходи. Я всегда испытываю счастье там, где я могу быть настоящим, где в толпе возможно затеряться.